Адресная программа по расселению из ветхого и аварийного жилья, действующая на территории нашего региона, рассчитана на 2013-2017 годы. В планах переселить 3036 жильцов из 216 аварийных домов. На эти цели из бюджетов области, муниципальных образований и фонда содействия реформированию ЖКХ будет потрачено около 1,5 миллиарда рублей. На реализацию этапа 2013-2014 годов выделено 570 280 000 рублей. За счет этих средств планируется переселить 1197 человек из 86 аварийных домов площадью 17 353 квадратных метра. И необходимо приобрести 530 квартир для переселения этих граждан. Реализация программных мероприятий осуществляется на территории муниципальных образований. Город Брянск, город Трубчевск, город Стародуб, Пальцовское, Свенское и Десятуховское поселение. Сегодня уже подписано 530 муниципальных контрактов на долевое строительство. Из них 420 удалось заключить администрации Брянска. В рамках совещания глава региона Николай Денин отметил, что вопрос строительства жилья должен быть по контролем как власти, так и будущих собственников квартир. Чтобы избежать повторения ситуации, возникших в Белых берегах, когда после переселения на жильцов обрушился целый ряд проблем. Мы должны с вами создать условия, чтобы этот главный контролер в лице будущего, так сказать, собственника жилья, имел возможность и знал, где это происходит, с каких материалов делают, кто строит. Также в рамках оперативного совещания глава региона потребовал в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту, решение имеющихся проблемных вопросов, связанных с переселением из ветхого и аварийного жилья. Кристина Прицхилова, Максим Кузнецов, события Брянск.